Ну, примерно так и сижу. Ну-ка, сиди, сиди, я пытаюсь понять, что уже камера снимаешь. Она немножко вверх направлена, чуть ниже. А, вот так вот. Еще. Можно, да? Сейчас. Давай. Thank you.
Неплохо. Я десятки снял. Десятку? Ну, сейчас намного стабильнее ехал. На заднюю больше стал? Да, но что-то с водой странно. Мне кажется, датчик видит, что температура 28 была. А не может быть 28? Не может быть. Ну и 31 тоже ненормально. Все может быть. Поэтому я так у ленты воды. Одну приклею. Поэтому я и хотел. Я так и думал, что там больше 40 нет по температуре. Да, вот это проблема, конечно. Я имею в виду про те цены, которые вдруг возникли. И так-то было все небесно. Да, согласен. Ну, все неплохо было, интересно вообще. А? Все было неплохо по темпу, мне кажется, сейчас. Нет, по темпу мне понравилось. Че, пацан, ты как? Ученик? Ученик и тренер. 13-1. Это вообще идеальная вся страна, что там есть. Не, ну хорош, хорош. А ты что прям? 12-4. Ну как следует, как ты будешь? Чего? Как следует 70-х, потом пошел. А, мне просто сказал 12-1, я уже такой хорош. 13-1. Я последний сегодня еду, у меня электричка просто в Москву. Да. Ты через сколько Руси берешь? Ну, у меня брат должен катать. Окей, а ты через неделю готов будешь катать? Конечно, я сейчас приеду, он попросит. Все, сразу сотка, ланата, обратка, дождь, слики. Да, да. Давай посмотрим, братья, видеть, как его будет катать.